транзитной линии запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения. Thank you.
Похоже, она пыталась подобрать код к лифту. Контакты перегорели. Ерунда. Надо просто заменить элемент данных. Могли бросить меня одну. Это что такое? Если кто и был, уже ушел. Думаешь, мы тут в безопасности? Никакого. Они просто убили его. До чего мы дожили? Кто-нибудь это видел? Мы тебя найдем! Здесь кто-нибудь смотрел? Я никого не нашел.
оделся. Слушай внимательно. Прямо сейчас уходи с работы, забирай Клэр, лови кота, забрись с ними дома и жди меня. Нам надо перебраться в какое-то безопасное место, пока Сигсон не пришлет корабль. Видел тут соседа, не помню как зовут, он еще ходит в грязной бейсболке и мерзко пахнет. Кажется, он прятал за пазухой пушку. Ни с кем не говори. Как можно скорее возвращайся домой. Я скоро буду.
Самописец. Что? Что? Нет! Да чтоб тебя! Так. Ладно. Успокоилась. Несанкционированный доступ. Аварийная блокировка. Ожидайте проверку.
что ж такое? Thank you.
Просим посетителей зарегистрироваться. Здравствуйте. Меня зовут Аманда Рипли. Мне нужна помощь. Присядьте, пожалуйста. Вами скоро займутся. Ну и безмозглые же тут андроиды. Для вашего удобства мы сделали своих рабочих андроидов легко узнаваемыми. Исследования показывают, что потребители с опаской относятся к продвинутым моделям с высокой реалистичностью исполнения. Именно поэтому мы сделали так, чтобы нашего андроида нельзя было принять за человека. Будьте спокойны, ваш комфорт – главный приоритет для компании Sixon. Порой темп нашей жизни бывает таким головокружительным, что недолго и потеряться. Компания Sixon всегда помнит о необходимости человеческого общения. Система Абола обеспечивает всю связь с внешним миром и следит, чтобы ни одно сообщение не потерялось в эфире. Создавая большую масштабную картину, мы не забываем и о малых деталях. Нужно к пульту управления спутниками. Посторонним туда нельзя. Это срочно. Вы что, не видите, что происходит? Аполло контролирует ситуацию. Процесс регистрации почти завершен. Да ну вас к черту. Сама найду.
я бы не советовал. Прибор слежения. Похоже, самодельный. У вас проблемы? Нет, все в порядке. Надеюсь, ты это услышишь. Я решил добраться до Сиксен Телеком.
Не стал тебя будить, чтобы ты не пыталась отговорить меня. Пойми, это наша единственная надежда. Кто-то должен восстановить связь, сообщить властям на Земле, что тут происходит. Не бойся, я вернусь. Я не оставлю вас, Глородних.